Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и сегодня у меня гайд, который поможет многим новичкам в мире The Isle, а именно тем, кто захочет либо зайдет поиграть на сервер Age of Dina. Многие на стримах меня спрашивают, да, конкретно новички, как, допустим, мне кинуть своего динозавра в хранилище, как мне сделать ТП в определенный район на карте, либо как мне поменять скин, поменять пол, поменять динозавра. Так вот, этот гайд именно для вас. Все ссылочки на сайт Age of Dina я оставлю в описании под видео. Итак, друзья, смотрите, значит, когда вы зайдете на сайт Age of Dina, значит, здесь, в принципе, ничего сложного. Вы заходите, регистрируетесь, и здесь у вас будут ваши свободные слоты. То есть, ну, у меня здесь занято уже 3 слота, у меня есть здесь 3 определенных динозавра. У вас все должно, все ваши слоты должны быть свободными. Значит, смотрите, перед тем, короче говоря, как зайти в хранилище, поменять там кого-то, чего-то, ну, у вас здесь будет пусто, естественно. Вы просто заходите в игру. Давайте я вам покажу. Выбираем любого динозавра, ну, допустим, давайте травоядных, выбираем Диабло. Подтвердить, выбрали любой окрас, то есть мы на сервере. То есть смотрите, что вам нужно сначала сделать. То есть, чтобы идеально кинуть его в хранилище, и потом в дальнейшем нам поменять какого-то динозавра, поменять окрас, мы нажимаем и выжидаем, нажимаем Escape и выжидаем выхода в главное меню 45 секунд. Да, это обязательно. Итак, значит, дождались вы обратного отчета выхода в главное меню. Выходим в главное меню. И теперь можно просто клавишей Windows, допустим, свернуться и выйти на рабочий стол, на сайт Age of Dina. Смотри, если здесь ничего не будет отображаться, мы сейчас работаем по принципу свободных слотов, просто перезагрузите страницу. Страничка перезагружена, и мы видим, что у нас наш Диаблик Джуф появился на сервере. Вот, то есть у вас уже есть готовый динозавр. Допустим, если вы хотите, допустим, вы поиграли некоторое количество часов на этом динозавре, и вы хотите выбрать какой-нибудь, ну, поиграть на другом динозавре, выбрать свободный слот, обязательно, всегда, допустим, мы нажимаем на нашего Диабло и нажимаем «Деактивировать слот». Деактивация слота проходит в течение 6 минут, от этого никуда не денешься и придется выжидать. Давайте выжидаем и посмотрим. Да, это, конечно, требует небольшого времени, но оно того стоит. Итак, у нас до деактивации 2 секунды, она проходит. Ждем загрузки и смотрим наше хранилище. Смотрите, допустим, ну вот у вас всего лишь один динозавр там, допустим. Деактивация прошла, нажимаем на нашего Диабло и смотрим наше местонахождение. Вот, то есть вы его деактивировали, теперь мы можем менять пол, менять цвет. Ну, допустим, зайдем, тут можете выставить любой цвет. Не пугайтесь, если... Допустим, вы выбрали какой-то определенный цвет, настроились, и вы пугаетесь, что здесь написано «оплатить деньгами». Не переживайте. Нажимаем «оплатить деньгами», и цвет ваш меняется. Вот. Также, допустим, если вы хотите сменить пол, да, тоже так же нажимаем «деньгами», «оплатить деньгами», вернее. И видите, наш Диабло-самец превращается в Диабло самку. Вот, ну а для того, чтобы сделать ТП, допустим, вот мы находимся приблизительно на горе Трайка, допустим, мы хотим ТП-шнуться, ну давайте, ну какие-нибудь близнецы, просто нажимаем тоже так же ТП-шнуться на близнецы, нажимаем оплатить деньгами, окей, и ждем. Все, мы успешно телепортировали нашего динозавра. Сейчас мы проверим даже с вами.
Смотрите, да, вот зеленая точка, это мы на близнецах. Ну, а в дальнейшем, чтобы поиграть на нем, просто нажимаем активировать слот. Мы его активируем, и мы играем на этом динозавре. Ну, а если, допустим, вы хотите поиграть на других динозаврах, то есть вы деактивировали, допустим, на моем примере Диабло нашего Джува, вы его деактивировали, заходим также на сервер Age of Dino, то есть саму игру, выбираем, допустим, какой-нибудь там, не знаю, Трайка, да? Мы выбрали Трайка, мы играем на Трайке, и хотим поменять, опять хотим поиграть на Diablo Juve. То есть тоже так же мы его деактивируем, деактивируем Трайка, ждем 6 минут, и потом переходим на нашего, допустим, Diablo Juve, активируем его, активируем этот слот, и все. И, в принципе, мы возвращаемся в игру. Как бы здесь особо ничего сложного нету. Хранилище вообще, по-моему, я тебе сейчас подожди. Так, мы успешно активировали слот. Ребят, если у кого-то что-то вдруг, будут какие-то баги, там продолжительность загрузки очень долгая, просто нажимайте обновить страницу, и все. И у вас все будет замечательно. Да, здесь на сервере Age of Dino доступно 4 у нас свободных слота, а другой слот вы можете приобрести за деньги. Так, что меня еще многие, наверное, спрашивали? Спрашивали меня, допустим, я купил динозавра на Age of Dino, то есть ты зашел в товар и приобрел динозавра, ты заходишь в хранилище, но ты не видишь своего приобретенного динозавра. Смотри, как это делается. То есть ты купил динозавра, заходишь, допустим, в профиль и смотришь купленные товары. И вот здесь у тебя, допустим, как на моем примере будет, допустим, ты купил спинозавра, нажимаешь выдачу товара, но самое главное, чтобы у тебя был свободный слот. Если не будет свободного слота, тебе его придется покупать, либо убивать кого-нибудь, не знаю, из динозавров. Ну, в принципе, вот такой, наверное, самый простой гайд, самое то, что вы просили от меня, многие меня мучили на стримах, а как сделать то, а как сделать это, как разобраться с хранилищем. Да, в принципе, все здесь, ребятки, просто. Если вы вдруг захотели убить динозавра, который вам не нужен, вы хотите очистить слот, на моем примере мы нажимаем на Diablo Juve, тоже также деактивируем этот слот. После деактивации мы очищаем слот, и слот ваш свободен. Ну, надеюсь, новичкам это, в принципе, понадобится. Ну, всем, кому понравился мой гайд, пальчик вверх, жмем колокольчик, подписываемся на канал, и обязательно все, ребятки, заходим на сервер Age of Dino. Там вы всегда меня встретите во время съемок наших, не знаю, каких-то роликов по The Isle, либо всегда вы меня найдете там на стримах и сможете со мной поиграть. Ставь пальчик вверх. Пока-пока.